предлагаю сделать сладкие подарочки для друзей. Мне понадобится совсем немного декоративной пенки, конфетки, я взяла ММДМ, спичечный коробок, маникюрные ножнички и клей-пистолет. Освобождаем коробок от спичек. Из декоративной пенки вырезаем прямоугольник 5 на 10 сантиметров и обклеиваем спичечный коробок. Берем маникюрные ножнички и вырезаем мелкие детальки из декоративной пенки. Украшаем коробок в виде жвачки Love Is. Такие подарочные коробочки у меня получились. Осталось положить конфетки внутрь, и наши подарочки готовы. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. А с вами была Ксюша. До новых встреч. Всем пока-пока.